Вот такая нам пришла посылочка с Алиэкспресс сегодня я получила. Это нашему Лаврику, моему любимому мальчику. Пришли ботиночки тепленькие на зиму. Мы уже готовимся к зиме. Так, вот так они были упакованы. Вот такой вот ботиночек лакированный. Не скользящей подошвой. Двоечка, как я и заказывала. Противоскользящая. Очень хорошо прошиты, качественно. На липучке. Так вот. Внутри мех беленький. Здесь проложен поролончик, чтобы они не смялись в дороге. Качественные сшиты. На пяточке что-то не скользящее, на мысочке. Лакированные на липучечке. Двоечка. Нарисованная собачка и китайские надписи. Вот такой красивенькие ботиночки. 4 ботиночка на 4 наши лапочки. Очень качественные ботиночки, все хорошенькие. Спасибо продавцу Лаврушику, не замерзнут ножки. Лапочки не замерзнут. Вот такие вот красотульки у нас теперь. Сниму видео, когда ему одену. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.